Главное – создать все условия для комфортного и легитимного избирательного процесса. Проверить, как Самара справляется с такой задачей, приехал секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов. Его встретили представители общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Правозащитник успел ознакомиться с работой пункта горячей линии связи с избирателями и посетил ситуационный центр, в котором проводилось обучение для видеонаблюдателей. То, что для себя и для других, как бы я уже пометил, что да, вот вопрос доступной среды, что здесь, в отличие от регионов, которые я проехал, вопрос почти закрыт. Для, имею в виду избирательные участки, конечно, мы сейчас говорим именно об этом. Это отлично, это правильно, потому что граждане должны иметь равные условия. По словам уполномоченного, общественные наблюдатели на избирательных участках значительно усилили независимый контроль на выборах последних лет. В этом году в Самарской области подготовлено свыше 5000 наблюдателей, которые будут обеспечивать прозрачность избирательного процесса. Кроме того, все 3 дня голосования круглосуточно до тех пор, пока на всех участках не завершится подсчет голосов, будет вестись видеонаблюдение. Проблем никаких организационных у нас нет. То есть все члены штаба, они у нас и юристы, и от ученого у нас такого от мощного состава это Виктор Владимирович Полянский и Волков Владислав Эдуардович, которые у нас главные эксперты в этих вопросах. В рамках работы штаба за полгода было проведено свыше 100 мероприятий. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Виктория Шара, Мэри Елчан, Николай Сидоров. События.